Привет, Вог, меня зовут Вадим Келлер. Давайте разберем сегодня мою сумку и посмотрим, как я готовлюсь ко встрече со своими друзьями. Специально к этим выходным я купил новую свечу, чтобы наполнить свою квартиру новым ароматом. У меня очень большая коллекция свечей. Свечи – это обязательный атрибут уюта в каждом доме, и обычно они создают какой-то комфорт. Свечи напоминают мне про Новый год, а это мой самый любимый праздник. Я не праздную день рождения, но Новый год – это обязательно традиция всей моей семьи. В этом году я буду ставить очень большую елку и буду ее наряжать в стиле Гарри Поттера, и по ней будет ездить небольшой настоящий Хогвартс Экспресс. А еще у меня огромная коллекция ароматов. Например, один из самых любимых осенних – это Пентхаллиганс Лорд Джордж. Идеальный запах, купил его в Лондоне и теперь просто с ним не расстаюсь. А второй – это Аква ди Парма Блу Медитеранео. Когда думаю о море, всегда бросаю его себе в сумку для того, чтобы создать себе такое настроение, как будто я уже в отпуске. Это очень красивая игра, просто фантастически. Я всегда на этом моменте убиваю. Так, ну что, мне пора уже готовиться к вечеринке. Так как на карантине у меня было много свободного времени, я научился играть в игры на PlayStation. У меня никогда не было на это времени, но теперь мне это помогает снять стресс после рабочего дня или отвлечься на выходных. И это меня может увлечь вплоть до 6 утра, потом я снова не высыпаюсь. Я достаточно неплохо готовлю, ровно до такой степени, что меня друзья зовут на свой день рождения что-то приготовить, например, на прошлый день рождения своей лучшей подруги я готовил плов на костре и чебуреки, потому что заявка была именно на какую-то узбекскую кухню. На карантине в моем доме наконец-то появилась красивая посуда, например, вот эти вот винтажные тарелки Велерой Бог 80-х годов. И я открыл для себя массу новых каких-то классных рецептов. Например, я варил дынный конфитюр, который готовится 4 дня, его нужно 4 дня проваривать. Или, например, крутую пасту вонгель, абсолютно простой рецепт, за 15 минут. Видите? Я за это люблю вот этот вот коктейль, потому что цвет. Я настоящий диванный критик, поэтому у меня есть в заметках огромный перечень крутых фильмов. И если хотите, я вам подскажу топ-5 для идеального вечера, который можно посмотреть 150 раз подряд. Итак, в мой топ-5 за последнее время входят фильмы такие как «Легенда», «Пряности и страсти», «Белый лебедь», «Форма воды» и особенно моя рекомендация всем посмотреть фильм «Букшоп». Это просто нереальная история. Я просто рекомендую вам посмотреть прямо сегодня. Вы просто будете поражены. Это история о девушке, которая открыла в Британии, в глубокой деревне, книжный магазин. Это просто нереальный фильм. И он настолько атмосферный, он настолько красивый по кадру, что просто он оставил меня без слов, наверное, на весь вечер. И раз мы уже выбрали фильм, Вог, спасибо, что заглянули ко мне сегодня. Полина, держи. Мы будто начинаем в ней жить. Обложка становится крышей и стенами, а сама книга –